Калмыкии стартовал пятый открытый турнир по боксу с участием команд иностранных государств среди юношей и юниоров имени серебряного и бронзового призера Олимпийских игр Раимкуля Малахбекова. В турнире участвует более 100 спортсменов из регионов страны и соседних государств. Калмыкию представляет 17 боксеров. Цель проведения таких турниров – это как популяризации бокса, ну, любого вида спорта, потому что от этих турниров действительно это обмен опытом, потому что наши тренеры одно дают, приезжие команды другие, и как-то при этих встречах, конечно, уровень любого того или иного боксера растет. Поэтому главная цель – это популяризация, развитие бокса, здоровый образ жизни наших ребятишек.